Ребята, вы не поверите, что я для вас, блин, нашел. Я нашел самую первую версию в Build a Boat for Treasure, которая только есть в Роблоксе. Ну, если честно, спавны не изменились. Тут секрета, кстати, нету. Тут секреток тоже нету. Давайте полетим по испытаниям. Вот какие раньше были промежуточные локации. Такие раньше были локации. Ай, какие аудовые. Аудовые, шо капец просто. Так, мне же локация. Тут локация с громом, она меня бесила просто. Но раньше камни выглядели круче. Очень классная локация с деревьями. Я не знаю, жаль, что ее убрали. Да, и, кстати, тут вода урон не наносит. О, это, кстати, локация, где камни убираются, старая, добрая. И вот, кстати, камушки те самые, которые нас дамажат. Те самые грёбаные пушки, но они выглядят стойно новые лучше. О, ё-ё-ё, а что это такое? Я даже это не помню. Ну, я помню, но... А, вот, типа, куки, типа, нас вот это несет на корабле, ну... Честно, было круто. Ой, НЛОшки мои любимые, в кавычках. Давайте попробуем на НЛОшку забраться. Не получается. Давайте лучше пропишем флай. Сейчас, подождите. Оп, есть. Так, что же у нас... Ой-ой-ой, как же я помню это! Ой, как помню я это, ребята, чтоб вы понимали. Честно. Помню как никогда. Когда едешь на корабле, вот эти штуки так туда-сюда передвигаются, твой корабль молотит просто нереально. Давайте сейчас посмотрим, что было на конце. На конце не было почти, можно сказать, ничего. Вообще ничего почти не было. Такие шипы, как были шипы, так и остались. Что у нас было вот тут? Давайте сейчас подкрутим тут скорость ноуклипа. В конце у нас было ровным счетом ничего. Потому что просто... Посмотрите на это. Тут же ничего нету. И, ребята, цените то, что есть сейчас. Потому что разработчики, мне кажется, Build a Boat очень стараются выпускать для нас обновления, всякое такое. Ну, то есть... Ну, реально, люди стараются очень. Но раньше было аудовее и было классно. Но я вот эти локации межпромежуточные хочу. А, я бы хотел вернуть, знаете, какую локацию сейчас? Вот такую бы локацию хотел вернуть. Вообще классная, она аудовая, с крокодильчиками. Но крокодилы, конечно, тут, ну, реально как бархатные дяди просто. Ну, вы видите это? Так, вот тучка, ну блин, ну ребят, ну как же я, боже мой. Первая команда, как есть, так и будет она, и она вообще не изменилась, спавны вообще не изменились. Ну, что ж, надеюсь, вам понравилась старая версия Build a Boat. Подписывайтесь на канал, то что я отрыл для вас такое. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.